Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Электроника здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует.
Привет! Здравствуйте! Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. А, подходите!
сюда полез, сталкер! Теперь ты труп! Двинули, внимательно. Двинулись. Слышит! Приближается выброс! Срочно ищите надежное убежище!
закончился. Надеюсь, все живы-здоровы? Если кого помяло, подходите на Янов. Залатаем. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я слушаю.
Здравствуй. Пока. Привет! Бай! Чего расскажешь хорошего? Хочешь попасть на сухогруз? Прячь оружие. Здравствуй! Попутного ветра! Да, настроение хуже не бывает. Вино с кругом сплошное. Слушаю тебя. Ну что, и...
Давай, давай, не задерживайся. Ну, сда... Заказ выполнен. Привет, брат. Будет чего интересного. Сталкер, не вопрос. Оружие только спрячь. Хаюшки! Бывай!
Thank you.
вход в бункер с оружием строго воспрещен. Здравствуйте. А, подходите. Привет. Что скажешь? Ну рассказывай, я весь внимание. Заходи, мэн, отдохни с дороги. Ну чё стоите? Присаживайтесь, пообщаемся. Мы уважаем свободу своих бойцов и других сталкеров. Считаем, что зона открыта для всех, и она величайший дар человечеству. Шанс значительно продвинуться вперед в развитии. Это необходимо. Четко осознать каждому. Кому мы будем подчиняться? Жесткой иерархии у нас нет. На задание идем только с тем, кого уважаем. Но во время операций команды старшего выполняем беспрекословно. Ну что, еще вопросы есть? Ну что, добро пожаловать в свободу! Неплохо. Отлично. То, что надо. Слышали тему? Подходит долговец к одному из наших, скажешь, который, брат, бункер охраняет, и спрашивает: профессор, а какой артефакт лучше в бою с кабанами? Выверт, который от радиации, или глаз, который раны затягивает? А наш ему: пустышка, сынок, для восстановления сил. Пока до базы своей добежишь, меньше запыхаешься. Нашли сохранечки. Забыли, как год. Как дела, охотничьи? Ну рассказывай, я весь внимание. Что скажешь, брат? Подходи, брат. Жаль, только с долговцами кусаются.
Покедова! С чем пожаловал? Слушаю тебя. Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Ты заглядывай, тут весело бывает. Ну рассказывай, я весь внимание. Так,
С чем пожаловал? Слушаю тебя. Здравствуй. Да-да, я слушаю. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Здорово. Слушаю тебя. Ну, привет.
Иначе... Слушаю тебя! Всем быть держать позиции! Всем быть на готове! Бой окончен! Без команды отдыхаем. Не расслабляться! Держать позиции! Найти выход! Просим помощи! Припасы почти... Капитан Таченко уже мертвый давно, а генерал
Долго Таченко. Сейчас уйдет. Скоро. Вернет тундру, мать ее. В места богатые дичью. Такая вот справедливость. Знаете, я когда плохо увидел наш новый отряд, я спросил: ребята, может, вы в долг хотите? Вы все-таки свободные люди, а мы свободу выбора уважаем. А они мне: да нет, у них все по приказу, убивать много надо, да и глаза у них пустые. А мы среди зомбированных уже наторчались, хватит. Покедова! Это тот отряд, который из монолитовцев? Ну, ребятки, надеюсь, как вы скоро и кровососов под свои знамена поставите. А дальше все будет просто. Занесем вас скопом в список опасных мутантов и будем выжигать. Без разбору. Что скажешь, брат? А, здравствуй, мэн. Ну, попутного ветра. В общем, выкладывай. Кто меня слышит? Приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Yeah.
Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь.
Здравствуйте, здравствуйте. Чего тебе? Ну, привет. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Стройся! Запомните, незыблемые традиции долга были заложены самим его высочеством генералом Точенко. Он обманул непосредственных подчиненных, вел в заблуждение командования и доблестно погиб в пространственном пузыре. Каждый долговец должен стремиться последовать его примеру. Что там было, не знает никто. Уж ты там точно свечку не держал. А вот такое вам как. Внимание, анекдот. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит. Папа, покажи сталкер. Пап, ну покажи сталкер. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Тебе куртку теплую достал. Так теперь бандиты меня за своего счета не трогают. Второй. А я свой костюм пока.
издалека на армейский бронежилет смотрю. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись. Я никогда меня тронешь. И моя неудача передастся ну, тебе. Здорово! Я ближе, чем на 50 метров. Плохо! С чем пожаловал? Слушаю тебя. Вот так. Нечего мне тут. Отряд? Всегда готов! Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Ладушки, поехали! Вперед! Удачи вам, хлопцы!